укроет его от глаз Филча и миссис Норрис. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Денис Кочерга. Денис Кочерга. И Казуку Фэмили. Мы продолжаем проходить Гарри Поттера и Философский камень. Мы должны пройти через этого говнюка. Аккуратно. Так. Конфеты мы никак не соберем, да? А, не, соберем. Так. Чё ты там хакаешь? Давай, съёбуйся уже. Сохраняшка. Ну, пусть будет тайный пидор. Старичок-боровичок. Так. Ё-моё. Эй, где он? Ну, только попадись мне, маленький Громира. Вот говнюк. Давай, вали уже, куда хочешь. Что такое? Что это? Кто-то пробрался мимо меня. Давай. Соберите конфеты. Рискуем жопой ради конфет. Ради сладких конфет. Так. Так, а чё я так понимаю? Перепрыгнуть можно только сюда, что ли? Серьезно, я могу перепрыгнуть? А, ну да. Так. А ты можешь как-то, не знаю, свалить куда-нибудь, не? Чувак. Так. О, да, yes. Yes, of course. Yes, of course, my horse. Блин. Так, а вот тут по хардкорчику. Чувак, тебе показалось? Все нормально. Эй, где он? Ну только попадись мне, маленький проныра. В твоей голове, засранец. Так.
Так. Чё? Что такое? Что это? Чувак. Кто-то пробрался мимо меня. Да давай вали побыстрее, а. Так. Как же мне туда забраться? Ты что, сюда идешь, что ли? Вот черт. Пошел в жопу. Нарушитель! В запретном коридоре нарушитель! Чуть не попался, вот уебок. Еще б чуть-чуть, и эта козлина меня бы... Где ты, пронырливая козявка? Ну, я тебе покажу, когда поймаю. Вот засранец. Нарушитель! В запретном коридоре нарушитель! Так. Валим побыстрее от этого козла. Такс. Капец, сколько тут дверей, а? Так, это наш шанс, да? Да ладно. Ё-моё, я так и знал, что та хрень откроется. На другой стороне, да? Угу. Так. 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 Ну давай быстрее, блядь, чувак. Шикарно. Теперь нам возвращаться назад. Супер. Я так понимаю, что это еще не вся ситуация. Так.
Так. Понятно, по старой схеме. Ой-ой-ой, как же тяжко мне с тобой, Гарри Поттер. Вот эти похождения, конечно, прям... Так. А что мы открыли? Я что-то уже не вникаю. Оу. Вопрос, а как? Как взять сундук, который внизу, а? Его можно вообще в теории взять? Или нет? Блин, тут сохраняшка. Блин, а как сундук взять внизу? Может, там какой-то был потайной ход? Или нет? Мне просто как бы грохаться с этого расстояния совсем не хочется. Может, что-то внизу открылось? Это, конечно, мои... предположение, но чё-то я внизу ничего не вижу. Так куда ты лезешь? Назад полез? Я хочу внизу порыскаться. Блин, какой-то тайный проход мог открыться, нет? Но что-то, видимо, что нет. А это печально. Потому что сундук я хотел взять. Теперь, блин, еще и не было бы у меня столько жизни. Я бы, конечно, прыгнул туда. Но у меня предположение, что Гарик бы превратился в люля-кебаб. Поэтому я не думаю, что кто-то хочет, чтобы Гарри Поттер превратился... Почти повезло. Превратился в люля-кебаб. Так. Гарри Поттер. Философский стон. Философский стон. Кстати, прикольно звучит. Гарри Поттер и философский стон. Да ладно. Это уже не смешно, чувак. Лишнее время для нашей записи, а ты тут начинаешь, я не знаю, прыгать, падать, бегать, скакать, как лошадь. Вот. Видно, мало ты каши ел, Гарри Поттер. Ну, наконец-то. Так. Не туда. А, наверное, сюда. Так, ну раз там была сохраняшка, и, возможно, мы тот сундук... Господи, сорян. Тот сундук возьмем. Не, ну давайте, можно предположение сделать, друзья. Я, короче, попробую сейчас кикнуться.
После сохранения. Так. Нет, игра нам этой воли не дала. Типа, соси хренца. Ладно. Оу. Чувствую, тут кикнуться можно, а не просто... Оу, подожди. Аж сюда? Опа, тут этот хрен ходит. Здравствуйте, мистер Дрочер. Ну и чё ты ходишь? Вали отсюда нахрен. Так. Ты что, не станешь сюда подходить, верно, мужик? А, нам надо переключить. Вот дерьмо. Ты думаешь, я слепой? Сегодня в эту башню не пройдет никто. И что нам делать? Влетит. Ага, вот так можно отвлечь Филча. Блин. Какого хрена? И где мы? Брат Рона Чарли попросил своих друзей забрать дракончика с башни и отвезти его в Румынию. Ё-моё. Я так понимаю, сохранения не будет, да? Так, а можно назад в башню вернуться? Чё там? Да ладно! Миссис Норрис, я мог бы поклясться, что слышал шаги, но и... Ну ладно, дорогая, давайте обыщем библиотеку. Да, вот это будет уже... сложнее на обратном пути. Тяжелая миссия в каком-то смысле, но так, а тут можно? Я думал, там конфетки будут, ну да ладно. Thank you.
А мы тем путем идем или другим? Ага, вот теперь я точно слышал. Ну же, миссис Норрис, поищите его наверху. Жесть. Ты не пройдешь, мелюзга. Так. Да иди в жопу, грёбаный кошак. Так, она пока там, да? Валим, 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 быстрее валим. А, он сзади. Надо быть осторожней. Что этот черт сзади? О, сохранение. Отлично. Так, ладно, дорогие друзья, давайте остановимся тут. На этом сложном месте вторая часть. С вами был Денис Кочерга. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Мы будем продолжать делать интересный контент на нашем блоге Kazoku Family по разным критериям: аниме, музыка, фильмы, игры. Так что всем всего хорошего, всем удачи, всем пока.